Добрый день, меня зовут Судерский Александр Владимирович, я член избирательной комиссии с правом решающего голоса 3104. Сегодня меня избили полицейские при исполнении моих обязанностей как общественного контролера. Все списки были поданы в префектуру, прокуратуру, управу, префектуру, и мы находились законно, исполняли свои законные действия. Управа поменяла помещение, где проходят публичные слушания. У нас и так раньше были плохие условия, да, маленькое помещение с детьми в перемешку. Сегодня нас вообще непонятно в какой загон загнали. Не дали актировать журнал, устроили конфликтную ситуацию. Конкретно Екатерина, помощница Панфилова, Мария Ивановна Менжерицкая, не помню, и сам Сергей Александрович Панфилов находился. Они спровоцировали ситуацию, создали конфликт, и меня, как наиболее активного контролера, забрали три полицейских. Эти полицейские меня избили, пока несли около полицейской машины при свидетелях, потом без свидетелей уже меня избили в машине полицейской, когда везли в скрюченном состоянии, потом, когда вытаскивали из машины, уронили на дорогу, и потом еще, ну, мне надели наручники сзади, и мне еще вламывали руки в самом отделении полиции. Сейчас я в 67-й больнице на Саляма отделе, дом 2. У меня кружится голова, но полицейские меня хотят забрать опять в отдел, чтобы я там ночевал. Завтра меня хотят судить. Я член избирательной комиссии, я им показал свое удостоверение. Мне никаких документов не показали, что я задержанный, что я что-то нарушил, что у меня какая-то там хулиганская статья.